Привет, друзья! Сегодня 13 ноября. Мы в Алании. Местность называется Кыргызджак. Остановились в отеле Lumos Deluxe Resort. Температура воздуха сегодня 26 градусов. Сейчас мы запустили нашу уточку и посмотрим, какая температура воды. Пока расскажу об отеле. Мы пробыли здесь 2 недели. Отель вполне нас устроил в плане еды и обслуживания. Вот наш пляж, впереди бар. С 15 числа отель закрывается на зимний период. То есть у него летняя концепция. И мы завтра улетаем вечерним рейсом Пегасусом в Москву. И вот сегодня уже народу на пляже поменьше, но все равно люди загорают, купаются. Температура воды вполне комфортная. Вообще не было ни дождей, ничего. Нам очень повезло с климатом. Вон Сережа с Ленкой болтаются там в воде. Вполне себе довольны. На пляже есть бар, подают напитки, кола, спрайт, фанта, чай, кофе разного формата из кофемашины и вино. И сейчас Лена нам покажет, какая температура воды. Сколько? Я не вижу. 28. Ну, наверное, градусов 27. Потому что все-таки солнце нагревает стекло немножко. Если туда дальше. Угу. Всем хорошего дня, отличного настроения. Помаши хоть ручкой нам.